Да, давай голос, сейчас тут нет. Матч интересный, с сербами очень хорошая, классная команда, и поверьте, сила на их фоне. Карьеры у вас пройдут,
ты... Нет, не говори. Давай, самая крутая звезда у Сербии, кто тебе нравится? Серакович. Ну хорошо, и второй вопрос. Давай, как, в какой футбол с такой командой надо играть? Доминирующий или подсильный? Ну, отлично, так и скажи. Пойдем, так и скажи. Я откуда знаю. Сейчас поле, короче, мог бы играть 5 минут, можно с ним, 5-6. А если бы дали возможность выйти на поле и сыграть, лучше бы сыграть? Нет. Публику, как они реагируют на то, что... Дим, есть Егоран? Что такое есть здесь? Да. Дим, очень много подсказываем друг другу.
Там просто, знаешь, он шел-шел и раз поскочил, термо, я еще под него ударил. Да, это все организационно. Здесь при выходе из обороны все это будет ЦДСИ, значит, где-то там дырка. Да, смотри. Это точно где-то дырка будет в обороне. Если там... Второй и третий угловой, если будут угловые. Второй и третий, посмотрите. То есть там будет три защитника, а четыре. Лослава, рам! Парни, давай, браво, в трибуне. Да мы забираем. Давайте. Давай.
Вот это на молоке, я так понимаю, да? Восстановление. Да, Нормально. Все, хорош. Да здесь можно тоже, наверное, заклеить. Еще люди. Опуха. Давай, девчонка, сын. Так, подожди, ученики, ребят, можно быстренько? Пару вопросов сразу. Я уже раньше там на пять. Я понимаю, да. Ну, вообще, как впечатление, во-первых, все-таки это событие, то, что братья забивают на матч. Как это? Обязательно. Видишь, когда ты приходишь, мы побеждаем. Понятно, познакомиться. Давай, приезжай.